Где Алексей? Не, а что ты все оставишь сейчас? Им дал ставить. Я привозил все вместе, поэтому здесь бракованный камень есть. Весь плохой камень в станоку. Не надо его ставить. Она будет впитывать вода, а потом да, это тоже не еще хуже. Да, все, вот, когда зима будет, вода давай, попадет, и она ее сделает. Ее не ставьте. Он уже ставит, смотри. Здесь обработано. Ну, он же посмотри, он ставит камень. Зачем ее ставите? Весь такой камень снимайте. Посмотрите, все весь камень. Согласен. Мы сюда будем обрабатывать. Да нет, это не пойдет. Не пойдет. И за мной. Ну не, зачем за вещественную такую камень ставить? Ну мы приостановили. Как приостановили? Вон, посмотри, вон, посмотри. Он будет ставить это все туда. Можешь да? Поставил он? Ты видишь, приостановили. Это... И вот здесь из лотка ни одного нету. Убирай весь камень. Посмотри, брак, посмотри. Брак, брак. Да? Бракованный. Посмотри. Не, ну зачем такой камень привозить? Зачем такой камень привозить? У нас есть штрафные санкции на них. Или от полностью отказываются от других будет. Но это не пойдет. 70% брака привез. Посмотри, вот, давай ящик сравним и сейчас посчитаем. 70% брака ты принес. И это ты считаешь нормальным? Нет, не считаю. Ну если ты считаешь, зачем привозить ее? Самый ненадежный человек. Так получилось. Извини, но так получилось. Да. Поэтому, если мы сейчас поменяли камень, ты график завтра утром можешь принести? Я в обед могу вам график. Все, завтра в обед приносим график. Если нет, мы с тобой подписываем на штрафные санкции. Я понял. Все. Договорились? Да, договорились. Все, давай тогда. Да, они вот амфитеатры для наблюдения за фонтаном, да, они вот так в высоту идут, сверху идут скамейки. 5000 человек получается, когда только вот здесь будут. Да. На этой площадке. Ну, должен... Так что одноразовый ты можешь человек, ну, 15 тысяч ты можешь спокойно принять. Если спрашивают, почему большой фонтан, ответ, потому что сколько людей будет здесь. Нет, и все, ответ да. У нас большой фонтан, потому что сам Дервен тоже очень большой. Ну так тоже. Это ось аллеи получается, вот эти деревья, они вот в таком виде выросли. Они по кругу ставятся, получается. Это как японская, как это, бонзай, да? Пагода. Это больше французский. Да. Они же тоже, у них видел эти инструменты, да, они да. Сгибают любое дерево, любую форму понимают. Молодцы. Нет, хорошо поставил. Не, очень. Совсем другая. Это чуть-чуть. Лучше, чем тогда. Да, это было временно. Временно было, да? На сегодня уже сформировали уже контуры самого парка, то есть уже видно, что где находится. Вот, а сейчас уже начали инженера наши проводить все сети, то есть это электроснабжение и фонтаны, в том числе и под архитектурное освещение, там водоснабжением занимаются, то есть были некоторые корректировки по автополиву, так как здесь в соответствии с рекомендациями того же Лорбрига были корректировки. Вот, ну, после этого начнем уже и благоустройство самого парка. Сегодня поменял вид камень. La Fontaine. Ну, решение хорошо, потому что вот этот камень, он светлый и не скользкий, и мы успеем делать до сентября месяца, правильно? То, что касается парка Низами, это будет один из лучших парков. Я хочу сказать спасибо нашим спонсорам, которые помогают, поддерживают, и которые пошли навстречу и увеличили капитал дополнительно. Спасибо Сульману Кериму, спасибо Грефу, спасибо Джикею, которые нас поддерживают. И сейчас получается, что все уже понимают, что Дербент тем, которым он был, уже не будет, а будет новый Дербент. Будет место, где со всей России будут приезжать и им и будут гордиться, что наконец-то у нас тоже на юге есть место, которое, где можно отдохнуть и насладиться нашим южной границей России.